Мужчина некогда занимался установкой пластиковых окон. Профессиональные навыки решил использовать и в незаконных целях. В период с 29 июня по 13 июля злоумышленник совершил 5 краж из магазинов. Это то, что уже доказано. Иногда разбежка между выходом на дело составляла всего 2 дня. Так уверен был в себе вор. Преступник проживал на съемной квартире, ничем себя не компрометируя, не выдавая. В то же время по ночам совершал кражи из магазинов. Если в дневное время объезжал город и район, подыскивая себе конкретно магазин, то в ночное время выходил и совершал кражи из магазинов. Значит, выходя на его след, мы уже, в принципе, отработали места его вероятного появления и определенным образом, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, провели его задержание. Помочь выйти на преступника помогли новые технологии. Последний магазин, в который проник вор, был оборудован системами видеонаблюдения GPS. Его взяли с поличным. Еще одной уликой против него стало найденное по месту жительства похищенное имущество. Установлено лицо, которое совершило данную кражу, признано подозреваемым. В ходе обыска у него изъято значительная часть похищенного имущества. Данное лицо, скажем так, дает признательные показания, активно способствует следствию. Сейчас мужчина находится под арестом. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города и района. Однако уже по доказанным фактам понятно, следующие 4 года вор проведет в тюрьме. Илона Шавловская, Юрий Горобец, Олег Фитцнер, телеканал «Мозырь».